«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Оскорбление. Маскал итеу. Оскорбление полицейского. Полиция хезмэткэрэн маскал итеу. Оскорбление полицейского. Полиция хезмэткэрэн маскал итеу. Житель Башкирии заплатил за оскорбление полицейского 30 тысяч рублей. Полиция хезмэткэрэн маскал иткэн үсюн. Башкортостанда яшаусе 30 000 хум штраф түләгән. Житель Башкирии заплатил за оскорбление полицейского 30 тысяч рублей. Полиция хезмэткэрэн маскал иткэн үсюн. Башкортостанда яшаусе 30 000 хум штраф түләгән. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».